Всем привет, меня зовут Сергей, добро пожаловать на канал Хоба Гивели, и сегодня у нас очень странный мод. Да, сегодня суббота, и да, я хочу рассказать вам о очень классном моде, который существует уже очень давно, еще, наверное, чуть ли не с выхода игры, ему, наверное, уже года 2 или 3 точно. И, ребятки, вам не кажется, что наш персонаж какой-то слишком низкий? И да, ребятки, вам правильно кажется. Сегодня мы с вами рассмотрим такой мод, который называется слайдер мод. А именно, мод, отвечающий за рост ваших персонажей. Смотрите, хватая за ступню, мы начинаем увеличивать и уменьшать рост нашего персонажа. Блин, как это здоровски, вы просто себе не представляете. А еще у него нога сгинается. Тоже классно. Увеличивая стопу, вы увеличиваете или уменьшаете рост вашему персонажу. Теперь ваши персонажи смогут отличаться по росту. Кто-то низкий, кто-то высокий, кто-то слишком высокий. Например, Вот это вот самый высокий, вот это вот, например, самый низкий. Видите, какая большая просто пропасть между ними? Например, давайте создадим обычного персонажа, дабы просто увидеть разницу. Смотрите, вот обычный персонаж, да? То есть, как бы, сделаем мысленно черточку вот в этом вот месте. Я сейчас на монтаже это сделаю. Черточку вот здесь. Теперь смотрим. Даже видите, да, она даже в иконку не помещается. Теперь смотрим на этого персонажа. Слишком высокая прическа. Окей, давайте изменим. Из-за прически слишком не так. Видите, даже мы ее практически не видим. Давайте возьмем вот такую прическу, чтобы как бы, ну, чтобы видеть разницу. Так, вот так вот. Вот наш парень. Вот наша девушка. Мне кажется, разница очевидная, разница видна. А давайте, наверное, мы увеличим рост нашей девушки и сейчас посмотрим, насколько высокими становятся наши симы. Вот мы увеличили, теперь смотрим. Вот девушка, вот парень, вот девушка, вот парень. В принципе, разница тоже есть, но у парня, в принципе, тоже, мне кажется, высокая прическа. Давай, наверное, мы, в принципе, сейчас их лысенькими сделаем. Вот так, мы их сделали лысыми, теперь давайте смотреть. Вот девушка, вот парень, вот девушка, а вот парень. Реально большая разница. Давайте сейчас посмотрим, какая разница между самым высоким и самым низким. Давайте уменьшим нашего парня на самый-самый низ. И смотрите, вот наш парень, самый низкий. А вот наша девушка, она почти на голову выше его, вы представляете, почти на целую голову она его выше. Господи, почему разработчики не додумались сделать такой слайдер в Симсе, который отвечает за рост? Было бы очень круто. Ну, ребятки, если вам понравился данный мод, давайте посмотрим, как же его установить и где же его скачать. Приступаем. Создатель данного мода Simi The Sims, это вот этот человечек, опубликовал данный мод 8 июля 2015 года в 5:45 утра. Или нет, или вечера. Я не помню, АМ и ПМ вроде это утра. Вот, или вечера, не знаю. Вот. Ребят, и не забудьте ссылка в описании на скачивание данного мода. Данный мод скачали уже 263 тысячи раз, поэтому, мне кажется, он стоит вашего внимания. Листая вниз, мы наталкиваемся на вкладку «Файл», тут написано 18. Это уже было 18 апдейтов, 18 различных версий. И листая в самый-самый-самый низ, мы наталкиваемся на версию. Версия 1.97.zip. От 13 июля 2015 года, тогда и был произведен последний апдейт данного мода, и он до сих пор работает и в хорошем состоянии. Вот, ребятки, и мы с вами нажимаем на How Solder Only, то есть вторая снизу, вот, потому что это шутер Steens, я не понял, что это такое, вроде то ли это для детей, то ли для чего. Можете поэкспериментировать с последним файлом, но я скачал второй снизу. Нажав на этот файл, вы начнете скачивать данный мод. Итак, ребятки, наша папка открылась, и тут находится Hate Slider Only версии 1.97 Package. Что нам нужно сделать с этим файлом? Все просто и понятно. Открываем мой компьютер. Дальше открываем папку Документы, Electronic Arts, The Sims 4, папка Mods. И в этой папке создаем папку с названием Slider Only.
роста. Открываем ее и этот файл перетаскиваем сюда. Как вы видите, уже я его сюда перетащил, потому что я вам только что показывал, как слайдер работает. Открываю игру, и ваш слайдер будет работать. Как я уже показывал ранее, за ступню и сим будет становиться то ниже, то выше. Ну а если вам понравилось это видео, не забудь поставить палец вверх, подписаться на канал, если ты на него еще не подписан, также пригласить друзей и вступить, точнее подписаться на все мои социальные сети, которые указаны внизу. Вам не сложно, мне приятно. Ребятки, всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. И до скорых встреч сегодня на трансляции в 13:00 по московскому времени. Всех люблю, всем до скорой встречи. Пока-пока.